Всем привет! Это видео будет посвящено изготовлению крючков. Вот у меня тут немало крючочков, кроме, конечно, вот этих. Все они изготовлены своими руками. Вот. Была просьба, как вы их делаете. Берется сталь, в данном случае нержавейка. Вот. Решили наделать ломиков. И затачивается. Вот. В обработке она довольно-таки сложная, трудная, вязкая. Но это все окупается тем, что вы делаете инструмент такой, как вам нужен. Примерно вот так затачиваю. Вот. В продолжении я покажу, что делать дальше. И изготавливается крючочек. В данном случае это будет крючок длиной 1 метр, диаметром 14 миллиметров. Так, мы видим потихонечку, крючку придается нужная форма. Естественно, он перекаливается, потом его надо будет слегка прикалить, потому что металл при нагревании отпускается. Продолжаем дальше. Следующий этап работы. Уже меняем мы круг. Вот такой. И доводим до нужной формы. Ну что, я смотрю, мозги неохота включать, да? Да я лучше вот крючок поделаю. Не хочу твоей головоломки. О, он острый. Да, уже более острый. Ну, вот тем же самым кругом берем. Смотри, какой у нас все-таки славный. Точим, и уже окончание получается довольно-таки острое. Вот, получается такая, как шпажка. Что один из коллег вдруг ужасно захотел свернуть к нам в усадьбу. Он учится к нам. Вот, доводим дальше. Потом вот эта вся красота гнется. Прям в тисочках. Хреново гнется, я тут здесь его начну гнуть. Конечно, это трудно, но тем не менее, все равно он подгинается. Вот, ну, да, угол 45 градусов, ну или там плюс-минус, как бы тут уже до точки не надо нам это делать. Если что, его всегда можно, да, подогнуть, можно подогнуть, отогнуть по необходимости. Вот, и сейчас будем делать второй загиб, 5-градусный. Да, вот такой вот загибчик у нас получился, и в принципе изолента спасла от царапок. Частично, но все равно. Да, уже получилось. Вот то же самое, наматывается изоленточка, не жалеючи, и в тисочках это все подгинается. Опять же, все это можно делать так, как вам удобно. Вот. Вопрос в том, что сделать это надо аккуратно. И не более того. Ну вот они и 5 градусов. Вот и все, практически основное. 5. Основное, как бы, все сделано. Сейчас я подальше, чтобы это было видно. Вот. Вот так он выглядит у нас с торца. Отлично все. Вот, теперь остается
кончик вот этот пулевидный сделать таким окончанием, каким нужно. Приварить ручку Т-образку и пользоваться такой клюшечкой силовой. Ну вот финишный этап окончания. Я решил сделать вот такое. Вот для начала. Там его можно будет доработать уже как бы в процессе работы. Ручку решил сделать вот такую из квадратной трубы. Вот мне они больше нравятся, чем круглые. Сейчас осталось просто зафиксировать и сварить. Дальше все понятно. Берется обыкновенный полуавтомат и заваривается. Это место, естественно, я его выставлял по шаблончику. Вот такой вот прототип крючочка получается. Дальше обработать и можно начинать работать. Естественно, что вот эти наросты от сварки, они будут мешать, создавать неудобства. Это все надо обработать. Сейчас мы этим и займем. Берем мини-болгарочку пнево и обрабатываем. Ну вот так. Осталось обвернуть изолентой, мне так больше нравится, и в принципе все. Ну вот. Я обернул изолентой, мне так больше нравится. Вот крючок готов. Итог работы. Крючок, длина 100 сантиметров, диаметр 14. Загиб здесь первый. Ну, где-то 5-6 градусов. Вот этот загиб. Длина 150 миллиметров. Здесь длина 65 миллиметров. Еще дополнительно 45 градусов. Вот и все. Себестоимость такого крючка порядка там 300-350 рублей. Ну, вот и все, что, собственно, я хотел сказать. Так что можно делать инструменты самим при наличии желания. Так сказать, можно сделать все, что вам нужно. Всем удачи, пока-пока.